Любимовка, очередной выходной, 10 июня 2018 года. Машина уже стоит без разбора на перекрестке. Здесь все занято. Улица Южногородская. Подъезд к нам как раз. Видите, сколько машин стоит, все заставлено. Движение на пляж. Посмотрим, что там у нас творится. Все заставлено машинами. Проехать практически невозможно. Народ едет на пляж, думаю, тут место есть. А тут места нигде нету. Ну вот, сейчас будет пробка. Потому что ехать некуда и некому. Разъезжаться как-нибудь непонятно. Они думают, что для них место держат тут. Места там нету, господа. А вот и пляж городской. Семнадцать часов 20 минут. 2 воскресенье. Лето, июня месяца. Соответственно, машинам даже притянуться негде. Вот так вот у нас здесь все. Предыдущая съемка была с городского пляжа Любимовки. А это вот продолжение, наш городок, авиагородок Горизонт-Бельвек, пляж, вот море, люди отдыхают, купаются. Сегодня, еще раз напоминаю, воскресенье, 2 воскресенье лета, июня месяца 2018 года. А вот тут городской пляж. И пляж Любоморья вдалеке. Напоминаю, 2 воскресенье лета.